Добрый день, дорогие зрители! Добро пожаловать на канал Туфи Шоп. Сегодня мы расскажем вам о полигеле Туфи Профи и технологии его нанесения. Полигель представляет собой гибрид геля вместе с акрилом и совмещает в себе только самые лучшие свойства. Это очень густой гель, который гораздо лучше поддается апилу, при этом не образовывая много мелкой пыли. Он быстро застывает при просушивании в ультрафиолетовой лампе и очень стойкий к любым внешним воздействиям. Теперь посмотрим на саму технологию нанесения полигеля. Сначала протрем ногти жидкостью для обезжиривания. Она позволяет удалить апил, убрать липкость и загрязнение. Затем берем полигель Туфи Профи и шариком выдавливаем на лопатку. Этот шарик переносим на ногтевую пластину и разравниваем полигель по всей поверхности ногтя плоской кистью. Кисть необходимо смочить в жидкости для обезжиривания. Для нанесения удобно использовать специальную двухстороннюю кисть и шпатель 2 в 1 для работы с полигелем. Затем сушим готовый ноготь в лампе. Лучше просушивать отдельно каждый, чтобы полигель быстрее остыл и не деформировался. Так повторяем действие с остальными ногтями. В завершение зашлифовываем ногти пилочкой для ногтей или немного бафим. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Задавайте свои вопросы по технике нанесения полигеля, пишите в комментариях, и мы с радостью на них ответим. До скорой встречи!